Так, всем привет. Давайте поиграем в Make Warrior 5 Mercenaries. У нас, наверное, последняя миссия там уже. Да. Судя по всему, наконец-то мы пройдем сегодня. Может, я потом еще поиграю, там есть еще миссии. Такие уже, по бочке. Так, Хайлендера я решил не брать, потому что он стоит 26 миллионов. Остальное у меня в починке и в апгрейдах, можно лететь. Может, какого робота из Cold Storage поднимем? У нас есть вот циклоп 90, то он, между прочим. Давайте. Или не надо? Не надо, потому что, может быть, дадут какой-то трофейный крутой мек, и он тогда будет уже собранный. А так, в принципе, я не думаю, что понадобится все 9 роботов. Летим черти куда. Что? Забег по лестницам. Господи, зачем они это сделали? О, Фахад пришел. Yeah, not every day you see something like that. From what I can tell from my initial scans. Jesus, no sign of them anywhere. The pathway to if that weren't it. Let's get down there. My thoughts exactly. Is the brief or whatever? Good. Copy that. Хорошо. Хорошо. Я вот подумал, может быть, мне сесть. Варчера. Ну хотя ладно. Так, кто-то нас убили, чувачка, да? Это получится. 8-3. Ну чё, чувак, эх, одноглазый, как же ты так круто рулишь с одним глазом? Ладно. Страшно. Один глаз — это не страшно. А чё я так и не покрасил? Какой-то ролик даже показывать сможете. Какое-то чудо-дверь. Почему ты как кривое окно-то? Нормально вообще. Commander, I don't know how the hell they did it. But Comstar forces have arrived using a pirate jump point. You already have two dropships incoming. Prepare to engage the enemy. Copy that. Thanks for the heads up. You heard him. Lock and load. Чё какой-то кривой-то?
target assassin. Target acquired.
Activate Mech Repair B. Это что надо сделать? Поищем. А, вон там. Видите? Всё. Так, что? А, надо, наверное, спуститься. Вот и все. Починились. Идем. Чтоб начали все эти пушки стрелять. Target acquired.
Да. Потненько, уже весь красный. А, тут тоже есть чинилка, да? Краба не будем, надо чинить. Сами починимся. Краб дохнет. Наши пушки уже начали работать неплохо, да? Точненько надо его упороться и нормально. Вот один. Так. Что, минус? Так, Найт 6 тоже что-то все плохо чувствует. Найт Стар какая-то. Ладно, дождемся. Другая крайность, робот вообще не греется. Надо бы еще добавить.
с коллегами. Да, потери были колоссальные. Что дают панши? Black Knight. Оп. Героический Black Knight. Блин, это еще что? Так. Героический Black Knight или циклоп взять? Вот циклоп все-таки возьму. $16 миллионов потерь, блин, вообще. Это мы влетели. Таким краба одна нога осталась. Это какой-то несчастливый раунд, уже два подряд трупа. And to make sure it ends up yourself. Yeah. We're all gonna make a ton of seagulls with this. When the time finally sounds good to me. You have my blessing. Thank you. Bit of a talk on that one. So, Commander, that just leaves one piece of unfinished business. The red stuff. Yeah, I know. Don't think. No, I don't. Stash me thing. My blimey. That's right. Wouldn't that be good? Well, consider. All right, story. You know what? Да, не очень понятно, что произошло. Ну, короче, какой-то там... Что-то там где-то, в общем. Ну, сейчас, наверное, пояснят. Нет, не пояснят, это было все. Ну, короче, что-то там нашли. Батя там нашел, потом что-то прятал. А чем был шпион, и так и не больно важно. Все это все равно. Явно не Михаил Булгаков по сюжету. Да, не театральный роман, потому что можно особо не никать. Вот. Ну ладно, всем спасибо.